Доброе утро. Сегодня мы будем искать киноляпы в американском фильме-мелодраме режиссера Джоша Буна, представляющего собой экранизацию одноименного романа американского писателя Джона Грина «Виноваты звезды». Начнем. Первый ляп. Газ дает Айзеку кубок для битья в стену. После первого удара о стену кубок меняется. Цилиндры уже другого цвета, расположены дальше, и на каждом из них появляется по статуэтке. Ну, наверняка первый кубок был made in China. Вот и пришлось использовать другие, более качественные. В этой же сцене то исчезает, то появляются подушки и одежда на полке у стены. Ну а что делать? Реквизитная часть дорогая, а тут еще актер кубком в стену лупит, побелка летит, так никакого реквизита не напасешься. Когда газ просыпается, время на часах 9:11. Когда он замечает записку, время течет вспять – 8:47. Вот это повезло актеру. Думаю, этот эпизод раз 6 снимали и намонтировали потом из разных дублей, а ему-то что, лежи, исполняй роль спящего. Ой, красота. И самый забавный киноляп. Во время яйцезакидательства выходит мамаша бывшей подруги Айзека, и тот в панике откидывает яйцо в сторону. Яйцо скачет по траве, как каучуковый мячик. Долго скачет, неистово. Но так если настоящие яйца использовать, защитники животных могут возмутиться. А с этим в Штатах очень строго. Вот и мячик под яйцо, так говорится, загримировали. Это были все киноляпы. Смотрите только хорошее кино. Пока.